Всем привет! С вами проводник по городу Кристина. На этой неделе я побывала в гостях у убийских моржей и наблюдала за тем, как они купаются в проруби. К сожалению, сама я занырнуть так и не решилась. А что у вас интересного произошло на этой неделе? Всю неделю болел, пролежал дома. Сейчас выздоровел. Вот, первый день на машине выехал из дома. У меня день рождения было, 25 лет исполнилось. Отметили дома с семьей и друзьями. Пришли в гости друзья, приехала подруга, ну и отметили, как говорится. Мы стали переворачиваться на животик сами, ползать учимся сейчас, да, разговариваем, гулим. На улицу выходим, смотрим на наш красивый город, погода хорошая, нормальная. У нас вот было выступление, тренировки начались. Теперь с этого года, после каникул, только вот на этой неделе начались тренировки по рукопашке, по фланкировке. Основное, вот все интересное пока так. Сейчас на праздник едем выступать. Недавно исполнилось 100 лет казачеству, как бы праздник, и с девушкой помирился. На старости лет пошел, восстановился обратно на учебу в политех. Вот сейчас приходится с учетом переводом долги сдавать. Ну, конечно, куда деваться. Учеба зато. А что за специальность, расскажите? ТМО, технологические машины и оборудование. Четвертый курс, в следующем году уже получается выпуск. Приходится слишком много сдавать. О. Сессию закончила, она отлично. А у вас? Ну, а я рада за ребенка, что ребенок сессию сдал, на отлично. Ну, сходила на каток, правда. Получила массу удовольствия и синяк на колени. Вообще чудесно. Это, пожалуй, новое впечатление. Готовимся к экзаменам, в общем-то, ничего интересного. Да, вот такая жизнь у нас. Решаем задачи и все, в общем-то. Моей жизни-то? Да все интересно, каждый день интересно. Дочь приехала с Москвы, очень интересно. Правнучек у меня был в гостях, очень интересно. Ну а что еще больше интересного-то? Больше это, жизнь уже радует, не бросает пока еще, слава Богу. Всем дай Бог здоровья, с праздником всех, с Татьяниным днем. Так что всего хорошего. Особо ничего, я с двумя детьми дома сижу, как бы, поэтому у меня просто детские игры. Как заниматься с ними пазлами, там, как сказать, бегать, прыгать, качать их на качелях, прогуливать с ними, все, больше особого ничего нет. Да вот недавно в музей сходили в Заречье, все очень вполне было здорово. На учебе постигаем новые темы, как и я, так и она. Ну, на этой неделе я сдала зачет, при этом я не была ни на одной паре, это очень здорово. Ну, зубы сейчас лечим, вот у нас радость, лечат хорошо у нас. Врачи хорошие, мы довольны. Готовимся к дню рождения с дочери, 17 лет скоро. Ну, на этой неделе вот, послезавтра день рождения будет. На тех выходных ходили к ДК «Босс» с детьми, там отдыхали, фотографировались, с горки катались. Нашла медитацию рейки, очень интересно, конечно, посмотреть. У них там есть платные, есть бесплатные. У меня маленький ребенок, она успевает учудить и все, а тут еще болеем, энергию девать некуда. Мы стали с ней цифры, буквы учить. Она у меня очень успешно к этому идет. Ну, такие фразы интересные говорит. Порой даже я не знаю, как на это ответить. Сходили на лыжи первый раз. Хорошая погода была. У меня маленькая собачка, мерзнет. Я ей на зиму связала носки. Всю неделю проболела. Сегодня день студента буду отмечать. Пойду к друзьям. Вот, всех с праздником. В этом месяце у меня родилась внучка. Конечно, это очень счастье, долгожданный ребенок. Держала уже на руках. Это была программа «Я в Бийске, а у вас?». И кто знает, может, на следующей неделе именно вам мы зададим вопрос. А что у вас интересного произошло на этой неделе?